надо до этого времени еще за поверхностями Министерства образования и науки. В общем, сегодня у нас с вами настоящее, полноценное, такое межведомственное. Для каждого из вас, я думаю, очень волнительно, но все-таки это праздник. Наверное, себя ощущаете так же, как когда поступали в университет, если вы... На первое место может претендовать только... Ради такого случая, вот я счел возможным сюда приехать. Сейчас вы пока сидите под шифром. Открывайте конверт. Лучше, может быть, вот на эту сторону как раз. Где ты хочешь? Что ты видишь? Подожди, пожалуйста. Может трактоваться как... Небольшая. Добавление или где-то рядом, это 1 балл. Команда, набравшая больше всего баллов, будет признана победителем. Алексей Андреевич, скажем, например, команда получает 2 балла, но при этом из другой команды есть человек, который может дополнить ответ. Это правило? Да, можно добавлять ответ, если команда ответила неполно и не может дальше дать пояснение, то право ответа передается следующей команде, которая подняла руку. Если она отвечает правильно, то, соответственно, ей будет 2 или 1 балл, в зависимости от того, насколько дополнение было полным. Так, какие-то вопросы?
Ну что, так? Суммарно считается? Здесь равное количество людей от каждого вуза. Да. Это да. Единственный критерий объективно. Остальное все это... 16,4. Большой отрыв. 16,4, да. А дальше уже близко. Потом, ну как сказать, Мечникова. Это северо-западный? ЗГМУ, да. 14,9. Так. Так, я пишу Сеченова. Мечник. Так, сколько? 14,9. Нет, ну все-таки объективнее. Так, спасибо. Поздравляем. Спускайтесь, пожалуйста, команда. Вот вам диплом. И примите наши сувениры. Диплом. И подарки. Пожалуйста, примите диплом и наши сувениры. Поздравляем вас. Поздравляем вас. Пожалуйста, с вас диплом. Давайте вместе сфотографируемся. Да? А вы нас в военном медицинском заключении? Есть фотографии. Давайте.